Всем большой привет! Я сегодня получила свой долгожданный заказ с интернет-магазина Белорис. Очень ждала продукты, которые мне выслали, потому что ими сейчас шумит YouTube, и мне тоже очень хотелось иметь именно эти марки, именно эти продукты. Я не буду томить, потому что хочется показать. Даже на некоторые вещи я еще не делала свотчи, поэтому хочу вместе с вами все потестировать и поглядеть. Хочу отметить особо эту упаковку. Я вообще очень люблю, когда не почтовые вот эти вот наклейки, а когда конкретно как бы знак именно из магазина идет. И посмотрите, как все было упаковано. Я брала пудры, хайлайтеры, тени, то, что может рассыпаться в дороге, но впечатлила упаковка. Все было вот в этих шуршащих пакетиках. Помимо них все было в коробочках. Причем и в коробочках, смотрите, пакетики. И меня очень впечатлило, что еще обложено было все синтепоном. Многие знают, что я шью кукол. Вы представляете, какой клад? Мне еще и бесплатно синтепон приехал. Ну, это так, шутки, но в любом случае приятно. Но теперь давайте о самом заказе. YouTube шумит. Эстрады. Вот такая компания Эстрада. Мне тоже очень хотелось попробовать. И я заказала 3 продукта от этой компании. Даже 4, о четвертом я расскажу чуть позднее. Это хайлайтер. Очень мне нравится, когда все еще и подписано. Скульптор и пудра. Ну, давайте мы начнем с вами с пудры. Покажу со всех сторон. Что написано, как написано. Так, вот так. Видно, да? В ней 7 грамм. Срок годности отличный. И если открывать, видно, что здесь идет хорошее большое зеркало. И сама пудра. Спонжик. И вот так вот выглядит пудра. Оттенок. Очень хорошо она сливается с цветом кожи, и такая кожа становится, вы знаете, гладкая и шелковистая, очень приятная. В восторге я, конечно. Еще не пользовалась, не пробовала, вот так вот до вас потестировала, и все. Будет очень интересно попробовать. Я не вижу цвета, но, по-моему, она шла вот в одном вот этом цвете, натурель. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Моя мечта. Многие меня спрашивают, Света, где можно купить эстрады, потому что в обычных магазинах я в своем городе, например, вообще не нашла. А теперь у меня есть. Так что в интернет-магазине Белорис это все есть. Ну и давайте самым знаменитой двойке. Это скульптор от эстрады. Вот скульпторы были в разных оттенках. Я взяла... Даже не в разных, а в 3 было. Давайте я так поближе покажу. Мой называется 201 номер Европа. Там, по-моему, еще Азия была и еще какая-то страна. Но я подумала, так как я девушка из Европы, то мне подойдет такой оттенок. Вот так вот он смотрится. На первый взгляд кажется, вау, какой темный. Но тень он ложит, кладет очень красиво. Никакой рыжинки. Такой бежевый идет подтон, и тень выглядит на лице натурально. Я видела много макияжей с этой косметикой, и мне очень понравилось. Довольно, что у меня это средство есть, довольно. Ну и хайлайтер. Мой хайлайтер в оттенке... Так, давайте вот так сфокусируем. Вот так, информация и... Так, 310 золотое сияние называется этот хайлайтер. Там еще, по-моему, розовое золото, как-то так. Три или два оттенка было, но мне захотелось именно золотое сияние. Розовое тоже хвалит. Ой, простите. Ой, вообще красотень. Давайте вот здесь рядышком. Очень деликатное свечение. Можно сделать праздничное. А можно прямо едва касаясь сделать просто свечение такое естественное, подсветка лица. Вот. Видите, остается на пальце. И вот я сейчас 3-й раз, и опять будет оно оставаться.
Видите, еще деликатней. Вообще в восторге, вот прямо очень нравится. Я знаю, что эти продукты стали уже у многих мастхэвами просто. Супер, рада, рада очень. Ну и давайте четвертый продукт от эстрады сразу покажу, чтобы как бы с этой компанией закончить и перейти к следующим. Ну, конечно, я не могла пройти мимо помады. Вот так красиво она оформлена. Давайте так поближе покажу тут информацию. Это увлажняющая губная помада, видно. 4,5 грамма. И оттенок 205. Я вот с помадами фотографии обязательно вставлю. Смотрите, какая красота. Я их фотографировала на губах. Не знаю уж, как получилась фотография, но обязательно покажу. Очень красивый цвет. Давайте я ее даже так оставлю, чтобы нам было все видно. Далее. Еще одну фирму, которую я хотела потестировать, это Wet n Wild. Очень хотела их знаменитые тени. Я, если честно, в роликах видела эти палетки, но мне они казались меньше размером. Вы посмотрите, какие они, не маленькие. У меня вот такой оттенок. Он был там один. Я вообще не видела в продаже другие цветовые решения. Только вот такой. 8,5 грамм, срок годности 24 месяца. Я уже открыла, чтобы нам тут с вами не ковырять, не мучиться. Да, и уже начала мучиться. Чтобы уже только смотреть тени. Зеркала здесь нет, но зато есть кисть. Тут испачкалась. С этой стороны идет спонж, а с этой вот такая кисточка. Ну, кистей у меня много, вряд ли я буду пользоваться этой, но тем не менее она здесь есть. И смотрите, какие цвета. Ну и мы давайте быстрее делать сводчи. Ой, ой, какая красота. Вот этот он хамелеон. Вы видите, какое сияние свечения? Я сама себе завидую. Девочки, честно, сама себе завидую. Какая это красота. Вау. Не, в реале это не то, как вот я смотрела на эти тени сводчи. У девчонок в роликах это надо смотреть. Завтра буду делать макияж с этой палеткой. Вы посмотрите, оно осталось еще и на пальцах. Ну вот это вообще просто бомба какая-то. Чудеса. От рыжего какого-то, да, такого осеннего. Ой, я сейчас весь ролик буду любоваться. Вот сейчас я сотру руку. Буду тестировать новые салфетки свои. Впервые стираю макияж салфетками для снятия макияжа. Интересно. Ну и давайте дальше смотреть. Четыре. Тут нет совсем матовых. Все цвета такие сказочно красивые. И вот еще четыре цвета. Вот так смотрится. Ой, я же зачарована. Это непередаваемое чувство, которое я испытала. Это, наверное, сейчас, не побоюсь, лучшая палетка будет у меня в моей косметичке. Она не просто стоит своих денег, мне кажется, она должна стоить даже дороже. Вообще, такой восторг испытываю. Ну и давайте еще одно средство покажу от Wet n Wild. Это пудра. Пудра для лица. И давайте, наверное, сзади написано оттенок.
Light medium, кажется, так. Ой. Не знаю, тут вряд ли что-то видно. Ну ладно. А вот название. Да. Весь цвет. Ну, давайте смотреть. Я от тени еще не отошла. Идет спонжик. И он, знаете, такой прорезиненный. Для пудры, не знаю, подойдет он или нет, но использовать потом для тональной основы это неплохо будет. Едва касаясь, кстати. Говорят, хорошая пудра, это которую вот так вот трогаешь, и она уже отдает пигмент. Приятная. Она такая приятная. Тоже хорошо ложится на лицо. Ну, на кожу. Да. Вот смотрите, полностью ушла с пальчика. Пока по ней ничего сказать не могу, потому что не пользовалась. Попробую, обязательно попробую, расскажу. Пока только от счастья в себя прихожу. И еще я взяла помаду. Давно тоже хотела такую потестировать. Это Люкс Визаж. Помада для губ перламутровая. Тон я взяла 41. Вот так выглядит. Тут написано Люкс Визаж. Ну, Люкс, наверное, попала под бумажку. И вот такой интересный цвет. Вы знаете, такой щадящий тут скромный перламутр, что на губах ты его не сразу и увидишь. Давайте посмотрим. Ну, все равно блестит. Обязательно тоже фотографию с губами я вставлю. Тоже она так хамелеонисто переливается, как-то от темного в светлый. И вот так вот смотрится. Очень понравилось. Красивый цвет. Следующие две помады от Стиль, Стайл. Вот так они выглядят. Но я взяла две разные. Одна идет губная помада с бриллиантовым блеском. Sunshine. Тон 409. Пористые облака. Эта помада выглядит вот так. Кстати, вся информация очень доступна. Так, где она? Вот тут 409. И вот здесь вот написано пористые облака. То есть перистые. Срок годности до конца 2019 года. Ну и давайте смотреть. В коробочке мало привлекательного. Понравилась, конечно, эта помада мне тоже очень понравилась. И футляр солидно, красиво смотрится. И давайте смотреть цвет. Ну, тут уже прямо бриллиантовый блеск, это точно. Блестки это круче, чем перламутр. И вот так вот она смотрится. Специально в этот раз старалась взять оттенки абсолютно разные, чтобы можно смотреть было и текстуру. И цвет разный. Даже камера, смотрите, теряется с фокусом при таком блеске. Вот такая красивая. Я ссылки обязательно оставлю под роликом. Некоторые помады из того, что я вам показываю, вот кажется, вот из этой вот серии Люкс Визаж. В одной линейке там большой выбор, и есть как перламутровые, так и матовые. Поэтому каждый может и цвет, и текстуру подобрать под себя. Они достаточно бюджетные и классные. Ну и последняя помада, которую я взяла от Style. Стойкая губная помада. Тон 317, фруктовое мороженое. Название я не буду коверкать на английском. Давайте смотреть. Тут меня впечатлило все. От футляра до текстуры. Посмотрите, какая красота. Конечно, будут потом все отпечатки на такой текстуре футляра оставаться. Он как бархатный, вы знаете, он как софт-пластик.
здесь все написано. Ну и давайте смотреть. Это вот такой цвет. Чуть-чуть выбеливает губы. Как носится долго, я не знаю. Я пока потестировала, в течение получаса походила и все, и удалила. Она легко ложится. Она, стойкость в ней есть. Но нет такого, что вот сейчас я нанесла, и она так впиталась, и вы дотрагиваетесь, целуетесь, и помада остается на вас. Нет, она будет отпечатываться. То есть даже через какое-то время, если до нее дотронуться, то помада будет отпечатываться. Но цвет бесподобный. Тоже фотографию должна я вставить и показать. Вот. Очень красивая. Такое увлажнение, оно и остается. Шикарный, конечно, заказ. Я очень-очень рада этому заказу. Мне он очень понравился. Прямо не случайно я так много очень говорю, потому что действительно довольна. Ссылки, конечно, оставлю. Переходите, смотрите, знакомьтесь. Интересный интернет-магазин. Все доставлено было очень быстро. Ехала посылка из Воронежа. Ну и... На упаковку еще раз хочу обратить внимание. Я впервые вижу, чтобы вот так вот каждый продукт и целлофаном, и в коробочку, и синтепоном. Ну, это просто бесподобная упаковка. И обслуживание мне тоже у этого магазина понравилось. Не помню, с какой суммы бесплатная доставка, но и почтовые услуги незаоблачные, доступные тоже. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Всем до новых встреч и всем пока!